В Магадане запретили розничную продажу алкогольной продукции в общепитах рядом со школами и больницами. Изменения в постановление мэрии города внесли 3 июля. Прежде ограничения действовали только для магазинов. Теперь кафе и рестораны на расстоянии не менее 30 метров от больниц и 100 метров от детских садов и школ не имеют права реализовывать алкоголь. В противном случае владельцев могут лишить торговых лицензий. Обязательно будут оповещены все субъекты, которые торгуют алкоголем, в установленном порядке. Порядок гласит, что они должны быть оповещены не позднее дня официального публикования изменений. Это будет 12 июля. В день они будут оповещены. 12 июля специалисты мэрии сделают замеры. Они будут определять расстояния, на которых заведения общественного питания, торгующие алкоголем, находятся от образовательных и медицинских учреждений.